Пиу-пиу-пиу всем, с вами Тимон, и наконец-то я здесь, да, вот. Чё ты молчишь, он давай говори. Да, у нас выпуск болтай или не, так какой у нас выпуск по счету? Восьмой, седьмой. Чё ты глаза загадываешь? Раскатай обратно. Чё, Дисхонора твоё, давай, я не смотрел. Говори. Чё? Чё? В общем, да, вы слышали сами внезапное появление Тимона, не год, а полгода, ну ты долго не было. В общем, потому что, Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами игровой канал не Налы и Пумбы, а теперь Тимон и Налы и Пумбы все-таки вернулся. Хотя я очень долго говорил, что игровой канал все-таки теперь больше Налы и Пумбы, но все, ладно, нет. В общем, как вы уже видите, у нас будет небольшая болтовиля, наверное. Ну, первое... В честь 9 мая, так как у нас сколько каналу? 6 лет? 9 мая 2011 был создан. Ну, в смысле, нет, страничка на Ютубе была создана, как вы уже помните, если смотрели в прошлом году Болтовильню, создана 9 мая 2011 года. Но канал сам создан на сколько? Полтора года? Ну, когда там FNAF? Колодец твой. Все началось с колодца. Все началось с лампы. Нет, там с не фотоаппарата. Лампы. С фотоаппарата? Нет. С фонарика. Потухшего фонарика, да. Сколько лет прошло со времен потухшего фонарика. В общем, суть в том, что у нас будет небольшой такой... почему предпраздник? Вообще полностью праздничный, потому что, во-первых, мы поздравляем нас, то, что на нашем канале... Праздник. Праздник, то, что поздравляем нас канал с праздником. Создан 6 лет назад, а действует полтора. Да-да. Праздник то, что Тимон вернулся, не знаю, надолго или нет. Это праздник, да? Или опять забивать будет. Это праздник, да? Ну, хорошо. Ты давай. Да, кстати, давай, вот теперь. Забивать дальше будешь так же или все-таки возьмешься за дело? Забивают ковры и тараканов. А я делал отпуск. Вот. Не важно, что сейчас лето и всякое будем стараться писать. Визблогер надо добивать, не сму уже. Давно уже хочу в него обратно залезть. Сейчас... Мы вообще хотели по играм изначально. Нет, вообще по всему. Ну, это по всему-то по всему, да. Подписчики ждут тебя уже. А что меня-то ждать? Вот давай вот объясняй, почему так. У меня отпуск был, выберите эту причину. Я заболел, сдох, был занят, мне было лень. Короче, какую-нибудь причину выберите для себя сами. Мне сейчас лень просто. То есть тебе настолько наплевать на подписку? Нет, мне не наплевать. Не можешь даже извиниться и сказать то, что будешь теперь регулярно выпускать. А вот не надо тут вот мне тут вот это вот. Понял, да? Ну ты меня понял, короче. Нет, визблогер будет. Потом что-то. Как я забыл, как следующая будет называться. София Скурс вроде. Вот, именно она. Вот. Я понять не чуть такое. Так ты не смотри, неинтересно. Так я и не буду, я, во-первых, название забыл. Да. Ты мне говорил название 2 минуты назад, я его уже забыл. Как я посмотрю? 2 минуты не может быть. Ну, не 2, ладно, сколько? 3. Больше. Блин, настраивали. Мы эту херню настраивали, кстати, которую даже не провели. Работает звук, не работает. Да, не работает, конечно, ничего, уже давным-давно. Люди смотрят, там картинка. На экране. Как бы думают. Красиво. Красиво. Да, ну и в общем, чего? Во-первых, поздравляем то, что с каналом. Несмотря на то, что у нас вроде подписчиков больше не становится, у нас есть свои уже преданные, которые, в принципе-то, для нас уже глядят, реально семья. Глядят, смотрят. Да, которым даже вот насрать. Мы даже на канале монетизацию пока что не включаем, да и не будем, наверное, включать. Вот. Реально, пока у нас не будет на канале, скольки давай, вот, скажем, сколько тысяч скажем, так тогда включим монетизацию. Монетизация — это вот эта дурацкая реклама в начале. А, хорошо, что ты сказал, потому что мне было стыдно спрашивать, что такое монетизация, потому что я понятия не вижу, что такое. Вот, а когда? Я не знаю, сколько раз. Ну, давай 5 тысяч. Ну вот, как-то вот пока у нас на канале не будет 5 тысяч, мы даже не включим, мы даже не будем запариваться по поводу монетизации. Поэтому, вот если вдруг кто-то говорит, что люди на Ютубе сидят только для заработка, что зарабатывают деньги, извините, мат. Вот первое доказательство того, что мы тут реально не ради заработка. Как я уже говорил, знаете, вот на Ютубе всякая, вот Тимон-то не в курсе, на Ютубе всякая херня происходит. Какой-то Фиромир плачет, ревет, что его избивают. А, нет, это ты в курсе? Я в курсе, там есть такой, короче... Майнкрафтер, да? Фиромир. Нет, там я смотрел топ-10 или топ-5 худших видео, и там, короче, чувак об этом рассказывал. А, и сопли у них.
фотографию с соплями, да, короче, там просто молодец. Вот этот Фиромир появился. Я об этом вообще не хотел говорить, но просто я не понимаю, куда катится. Нет, по крайней мере, вкратце рассказал. Русский YouTube и вообще в том, что ему подожгли дверь, да, он из-за этого стрелял. Якобы, да. Так нет. Ему, понимаешь, он ревел из-за того, что ему подожгли дверь, и то, что угрожали его родителям, и ему то, что расправиться с жизнью, и поэтому он, знаешь, мне фраза там понравилась. Я это видео посмотрел, не то не я, потому что я смотрел это видео на другом канале ютубера, который просто вот он офигительно, он разоблачает, короче, он занимается разоблачениями. Понятно. И мне он нравится не потому, что он разоблачает, потому что разоблачает он херово. Но он просто такой, знаешь, кавказец немного, он русский, но кавказец. И он, короче, очень эмоциональный. Он вот просто, как он эмоционально реагирует, я вот его только за это люблю. Не буду рекламировать его. Он более эмоциональный, чем я. Короче, нет, в смысле, он эмоциональный, что, блядь, и он говорит, что типа, мне понравилась у него фраза, говорит, вот тебе угрожает, говорит, вот тебе, говорит, вот угрожает, да, расправой. Так что ты ревишь-то? Ты мужик или сопля? А, так, и там такой, знаешь, кадр со сном, где он сопля, он такой, ну все, вопрос отпадает. Мне это просто, знаешь. Красавчик просто. Ты мужик, ты разберись, как мужик-то, кулаками давай, ты мужик или сопля? Ну все, вопрос отпадает. Да, и вот он, короче, разоблачением занимался, что говорит, вот что говорит, и там фраза одна была, тут я на эту фразу внимание обратил, он обратил, говорит, вот говорит, типа, там этот, ну он к этому вот обращался, который типа на него нападение, там все угрозы делал, говорит, вот это с тобой, он, знаешь, на камеру говорит, это наше с тобой личное дело. И он только говорит, вот если это ваше с тобой личное дело, нахуя ты это снимаешь на миллионную, на многомиллионную аудиторию? Вот личное дело, так ты приди с ним лично и разберись, зачем ты это снимаешь? Говорит, ясен дело, что ты на этом деньги нагребаешь. И вот он, так, короче, там сказал, говорилось что... о том, что типа вот у меня что-то с глазами там беда, что-то баллоном прыснули. Да, куча, да. Куча. Операция да, мне да, нужна, и вот ребята, и этот парень, деньги. Знаешь, он на операцию деньги-то собирался, он, интересно, и там другой парень, который там тоже занимается... худшими видео, ты, наверное, его смотрел, что говорит, когда вот мне лично прыснули в глаза, я 5 минут вообще глаза открыть не мог. А вот он и есть, да, он и есть, я его и смотрел. Не говори, я не буду говорить. Он говорит, вот мне когда лично прыснули, я не маньяк. Не, да, конечно, не конечно. Этот вот, и короче, суть в том, что, говорит, когда мне прыснули, я, говорит, 5 минут просто даже протереть их не мог, не то что открыть, говорит, а у него как-то все легко прошло, так, говорит, да. Все сразу же, да. Да, ну, в общем, ясен пень, что там... Он еще говорил, что его заваливали, да, там в личку, я понял, да. Да, да, и в общем суть в том, что и вот он ревит, и в общем недавно вышло видео, то, что он расстроился, то, что его видео, где он просил помощи о том, чтобы там что-то ему помогли, там опять денежные или что-то, я не помню, короче, репостнуло всего лишь 1000 человек из 1,5 миллиона, которые у него на канале, и он из-за этого расстроился и говорит, у меня нет настроения снимать. Что, типа, я переосмыслил, там, что вам вообще на меня плевать. Да, блин, ты... Закройся! Ты, извиняюсь, как ты относишься к своим подписчикам, ты их обманываешь, типа, у него сейчас рука переломана, и нога ему сломали, понимаешь? И он в полицию не обратился. Так а зачем? Ему ногу с рукой переломали, он как бы вообще. И в общем, и вот, ладно, это он, вот эта фигня, все дела, да. Так недавно новость новая вышла буквально 2 дня назад. Стримерша Карина, помнишь такое? Ее забанили на Твиче. За Доджа, которая. Да. Ее забанили на Твиче. Есть на свете справедливость! Нет, ее разбанят. Знаешь, что она делала? Во время того, когда узнала то, что ей звонили, она ревела на камеру и говорила, все, истерика там. Никого не напоминает. Особли не тягли, нет? Нет, вот не хватало, знаешь. Мне просто кажется, после, знаешь, что это от того, что... А, у парней сопли, у баб истерика. Да, мне кажется. Ну, у нее там текло, но не сопли, в общем. Я так и понял. Из жопы там. Сопли не сопли. Да, жопа. Из жопы липкая такая фигня поникла немножечко. Ну, в общем, в том, что она ревела. Просто, знаешь, в общем, какие маленькие дети. Вот у нас подписчики, кстати, нормальные. Вот у нас подписчики реально, они сидят нормально. Они наверняка не смотрят ни Каример, ни Феример. Они, короче, смотрят нас и нормально, знаешь, реагируют. Они тоже вот сидят и херевают, что происходит на Ютубе. Вот может нам тоже начать плакать. Вот, кстати, вот серьезно, вот у меня ситуация, вот, кстати, да, расскажу. Ну ладно, вот про стримершу Карину. В общем, ее забанили. Ясен пень разбанят. Вокруг нее сейчас опять найдется кипиш, такого сколько народу, сейчас ее забанили. Я не удивлюсь, если она попросила, чтобы ее забанили. Ну тогда, может такое быть, кстати, что она заплатила чуть-чуть, чтобы ее забанили, и сейчас ее разбанят, типа, вокруг там начнется. А прикинь. И вообще в том, что мне кажется, просто, знаешь, после того, как Леонардо Ди Каприо в этом году получил премию Оскар, все начали думать, что может любой бездарь может его получить. Может быть, кстати. Теперь новая фишечка, знаешь, теперь шутки будут не про Леонардо Ди Каприо Оскара, а про Фиромира и Стемешу Карину. Они все еще не получили Оскар, тогда они идут к вам. Они все еще не получили Оскар, тогда сопля идет к вам. Ну, в общем, ладно, в общем, закончим на этой теме. Так вот, я вот тут подумал, может мне тоже начать реветь, да, ведь я тут уже 1,5 месяца как болею, и это, кстати, серьезно. Я, кстати, теперь могу сказать название болезни, наконец-то, если хотите погуглите, у меня болезнь называется саркоидоз.
Вот. Причем у него саркоидоз второй стадии, в общем, потому что, ну, который начинает лечить, потому что, оказывается, саркоидоз первой стадии не лечится. Врачи ждут, пока он дойдет до второй стадии, чтобы точно подтвердить. И вообще в том, что это заболевание легких, которое ни хрена, вот оно ни хрена не изучено, и врачи не знают, как его лечить. Поэтому он лечится долго. Но он как бы не опасен для жизни, если его лечить, допустим, таблетками все дела. То есть, если его запустить, то болезнь перекинется там на сердце, все или на печень. Плохо, ну, будет плохо, да. Но так как у меня все нормально, то есть сейчас вот поеду буквально в областной центр, то есть в области, вот эту нашу. Наш областной центр, короче, нашей области. В общем, там в больницу на 3 дня меня положат, поэтому тут, кстати, Нала будет заправлять каналом. 3 дня. Пусть пишет, кстати. Пусть пишет. Да, но она обещала после. Да, кстати, еще одна новость. Ну, в общем, я пролежу 3 недели, меня там дообследуют, и потом таблетки все выпишут, буду лечиться. В общем, может, мне тоже плакать, ведь у меня тут 5 недель была температура. Серьезно, ребята, 5 недель температура. Денег на градусник. Вообще, у меня он лопнул 5 раз. Каждую неделю не выдерживал. Каждую неделю, да. Температура была слишком большая. Температура 37,5, все, люди после такой вообще... Не живут просто уже, все. Ой, ладно, такая херня, серьезно. Вот, ребят, серьезно, спасибо, что вы смотрите нас. И надеюсь, не смотрите этот Белиберду, потому что это пипец вообще. Это я не знаю, куда это катится. Мир. Ютуба. Но мы надеемся, что нас будет становиться все больше, больше адекватных людей. Мы воплотим самую дружелюбную адекватную, потому что вот мы каждая подписчика свою уважаем. И вот, кстати, почему подписчики, вы до сих пор не пишете нам в комментариях, когда у вас день рождения, а? Вот, кстати, да. Слушай, я даже забыл. Мы же не просили вас писать имя и фамилию свою. Просто пишите со своего аккаунта Ютуба день рождения, и мы будем поздравлять. Вот я прям хочу поздравлять видео кого-нибудь, а вы не даете мне возможность. Хотеть поздравить. Вот. Поэтому, ладно, поздравляю нас с нашим... Поздравляю. 9 мая на канале. Да. Поздравляю тебя с нашим праздником. В общем... Что ты в ответ меня не поздравляешь? Я дважды уже поздравил. Мы поздравляем всех с 9 мая, Днем Великой Победы. Это, да, это... Вообще праздник такой. Это праздник праздников просто. Да. Понимаешь, вот 9 мая никто это смотреть не будет. Понимаешь? Да я знаю. Они зайдут там числа 15 уже после того, как подпразднуют. Также, что еще хотел сказать. У нас 9 мая с Налой юбилей тоже такое совпадение. Мы с 9 мая официально начали встречаться. Уже 3 года как встречаемся. На самом деле, вот нас начинает встречаться раньше, но официально, знаете, вот это типа, давайте там встречаться. Ну, не было у нас такого, давай встречаться, просто как-то там... Ну, короче, повелось, что 9 мая. В общем, мы на самом деле оба просто дату не помним, поэтому решили 9 мая. Потому что День Победы! Нет, потому что столько праздника просто в один день. У нас, наверное, и свадьба потом будет 9, и дети 9 мая. Если кто-то родится не 9, то мы их на 9 сместим. Я так и помню, в паспорте. Ручкой подправите. В общем, суть в том, что так, что вот так. Поэтому с праздником и нас с Налой. И вас. С Налой. В общем, у нас праздников 9 мая просто до хрена, знаете. Это какая-то каждая 9 на весь год в говно. Да, только одна печальная ситуация, когда уедешь в областной центр. А, так это, господи, меня положат 11. С 11 по 13 меня не будут, кстати, да. 11 с утра я, наверное, ложусь, то есть 10 уеду туда. А 13 уже вечером вернусь, поэтому все. Но у меня серии записаны, так что увидите, выкладываться. Так можно было просто вообще не говорить. Так, все просто, ну, они, нет, просто, ну, выкладывались бы. Так, нет, ну как бы вдруг. Да, и радостное событие. Нала обещала, что с этого года, ну точнее не с этого года, а со следующих выходных, то есть после того, как я вернусь с командировки в больницу, будет записывать серии и начнет, как она, я понимаю, либо с контраста игры, либо с Лара Крофт, может, конечно, и другой, там еще есть варианты, но... В общем, посмотрим, что там Нала начнет снимать, но начнет снимать, обещала, по крайней мере. То есть от нее серии, часто не ждите, только на выходных, она будет записывать только на выходных. Я не удивлюсь, если на Sims сядет. Да пусть и Sims, какая разница, я думаю, посмотрим. Главное то, что она комментирует прикольно и, в принципе, весело. Да. У нее хорошо получается, да. Ладно, почему бы ей не поиграть в то, что у нее хорошо получается? Тем более на Полари Крофт там просто вообще. Ну, она там их переигрывала там. Даже рыгнул. Ну ладно, а теперь возвращаемся, чего? К основной цели — вспоминать игры, которые у нас были за последние полгода. Да. Просто полгода, понимаете? Полгода, мы полгода, да, не записывали Болтовильню. Причем, это Болтовильня наверняка копеечная по минутам просто будет. По сравнению с той, которая и была. И в общем, там... суть в том, что мы хотели-то записываться к Болтовильню, как вы помните, хотя бы раз в месяц. Хорошо получается. Надо за полгода. Теперь мы раз в полгода снимаем. Хорошо, если потом у нас вообще будет выходить хотя бы раз в год. В общем, суть в том, что пока свежи воспоминания. Вообще, каждый просто, знаешь, каждое 9 мая просто. В общем, новогоднее так-то. А, ну вот, 2 раза в год, все нормально. А, ну да, там как раз полгода почти разница. 5 месяцев и 7. Просто охренительно разделили. В общем, этот, и... По играм. Как вы уже, вам уже глаза мозолит эта картинка Dishonored.
Игра у нас продолжается, идет очень хорошо, своим ходом мне игра прям захватывает. Извините, конечно, что я очень долго бывает на одних территориях, на одних локациях сижу очень долго, но я прям вот люблю все исследовать и люблю все читать, потому что надо же знать сюжет, что происходит. Поэтому неинтересно будет, если я, допустим, просто как многие делают, просто быстро пробежаться, там, открыть записки, там, не слушать аудиограмму, типа, послушать там за кадром, там, сами остановите. Вот реально, кто захочет сидеть, смотреть и за кадром, там, специально останавливать на паузу и читать там на паузу? Ну, нахрен надо? То есть, все вместе проходим, снимаем так. Просто сразу подробно. Да. Если кто-то вдруг что-то где-то понять не может. Да не в этом дело, просто даже там были такие серии у меня, сколько там, 3 серии были такие, где я просто бегал, чего-то находил записки, читал. Одна серия там была просто вот чисто записки. 40 минут я читал записки в основном, то есть там просто ну, при всей локации куча было записок. Я даже знаю почему. И суть в том, что тот, кто, допустим, хотел какими-то своими делами заняться, он 40 минут просто мог сидеть в наушниках, есть там или чего-нибудь там. И слушать записки. И слушать записки. Не, просто понимаете, если бы вот эта серия с записками не прошла, просто игра бы не началась, сюжет бы не начался просто, поэтому... Нет, эта серия была уже 6 или 7, так. Ну там же сюжет, там надо записки сначала найти, иначе просто... Подруга... Ты что там, профессионал тогда в Эмили играл? Ты посмотри, ты начнешь смотреть, так играй захочешь. Так я знаю, но я сдержусь. Я играю сейчас в другой. Ну ладно, да, но это ты расскажешь, о чем играешь. Ладно. Так нет, я не буду, наверное, под запись же ее все равно. А, ну ладно, по что? А, так нет, так скажешь, все равно у тебя она будет сейчас в этом. Или ты не про это? Еще другая? Гордон Фриман, я помню. А, Half-Life. Да, кстати, на канале когда-нибудь будет Half-Life. Когда-нибудь. Когда-нибудь, да. Мы будем вместе. Ладно, Dishonored. Игра пока что вот мне охренеть как нравится. Наверное, я вот каждую игру говорить буду и буду это говорить. Это самая охренительная игра у нас на канале. Я реально каждый раз какую-то новую игру играю, она, сука, самая охренительная становится. Как они это делают, я не понимаю. Надо, может, начать по какой-нибудь говной играть. Да это тоже охренительным будет. Тебе надо вообще вот, пройти уже 60 этих... Не. 50-50, блин. Это твое. Я на тебя переложил тест. Не, пусть она снимает. А, у нее получится. Да, у нее получится. Ладно, давайте дальше. Что? Нет. Не сработало. Не сработало. Не мой месяц. Не получилось. В общем, чего? И пока свежие воспоминания. Remember me. Ты только сейчас заметил, что она какая-то хмурая, серьезно. Злобная она была картинка. Другую все-таки нравится. Короче, есть, да и ладно. Чего вы меня не смотрите? В общем, суть в том, что Remember Me игра, ну, мне понравилась боевкой. Это офигеть. Понравилась, конечно, внешним видом. И то, что ты ее сломал. Ну, да кефс. Я и Dishonored это сломал. И почему я не удивлен? В общем, игра, вообще, главная героиня, она... Классная. Да. Я хотел сказать какое-то такое, знаешь, облегающее слово. Ну, ладно, классно. Общем, ну а что, не игра классная, понравилась что ли? Мне как и сюжетом, так и Леголасом и Мордором. Это там Генри был. Ну ты посмотри. Самое интересное, у нас что должно было выходить-то? У нас вот из этого ничего не планировалось, у нас планировалось. В трейлере что у нас было? Она, кстати, трейлер собиралась переделать для канала, еще один делать. Вот, короче, про тот трейлер забудьте. Нет, так тот трейлер, что у нас должна была... Так, блин, я говорю, если бы не произошла эта лажа с компом... Да. Кстати, новость свежая, то есть подали мы заявление... Тимон подал, я подал, да. И в общем, суть в том, что, представляете, да, дело так и не открыли из-за неимения улик. То есть у меня это есть просто... документы, да, документы, то есть я отдал фигни, то, что я платил как бы за компьютер, то, что он его забрал, где он распишет, что он вернет, но так и не вернул. То есть документы расписывают. Человек признался о том, что он забрал и там не вернул ни денег, ничего. То есть сказал, типа, вот возвращайте. И в итоге месяц они прошел, не нашли доказательств. Дело не открыли, и доказательств нет. То есть, да, я поеду еще спустя какое-нибудь время, когда подвылечусь полностью, в областной суд буду обращаться. То есть, ну потому что это не дело, блин. Просто ушли 60 тысяч, вот просто. 60. Это охренеть. Просто. Ну просто. Я офигею просто с этого тоже. Как бы. Ну да ладно. Надо начать плакать. Сопли. Пришлите денег на компьютер. Записывать не на чем. Сейчас сижу на Тетрисе просто, понимаете? С мобильного телефона. Nokia. На Тетрисе. Nokia. Там какой там кирпич-то был? 3310. 3310. Сижу, записываю на 3310. Да. Вы что думаете, такая плохая картинка для нашего времени? Да, вообще. Ну ладно, Remember Me. Игра очень понравилась. А прикинь, первая боевка, второе то, что можно переделать память, а в-третьих то, что такие комбинации... Я люблю просто комбинации. Я заметил. Это взять хотя бы... По Паттере хотя бы. По Паттере. Да. Паттере. Как появился класс, где надо что-то комбинировать, все, я сразу же, игра моя, все. Поэтому игра от меня получает... Надо, кстати, когда новый класс... Нилинские ведут. Из Нилинских. Просто, понимаешь, надо когда новый класс ведут, тогда и начать. Терру-то. Я тебя подставил.
Ах ты, ты жук. Я и не заметил сразу сейчас. Нет, я крыса. Я нет, ты свинья. Я в крысе. Ты свинья. Я в крысе сейчас теряюсь. Крыса, ты крыса. Так, ну ладно, Эмили в инстаплей. Это по-любому, я для себя по-любому, я решил, я ее перепройду полностью, потому что у меня тогда мозг сломался, я не смог ее добить. Ладно, так и скажи, что ты лох, не смог пройти просто. Да, я лох, я не смог пройти, поэтому я ее сейчас буду перебивать чисто для себя. Специально вот буду проходить. Бля, ты без меня и до третьей этой ночи не дойдешь. Я дойду, все, я смогу. Я знаю там как бороться. Это ты там у нас этого Чувиса не слышишь, блин. Честер вообще. Ну Честер, Чувиса, какая. Я вообще хотел сказать Чак Норрис. Чак Норрис. Чак Норрис это курица. Илюся. У тебя на даче. Вообще, там Джеки Чан. А, ну да. Ну ты мудак. Ну ты мудак. Ну ладно, это не суть. Сейчас. Чак Норрис и Джеки Чан, ты сравнил тоже. Они классные оба. Ну да, про Чак Норриса, если скажут, что не классно, придет зубы убьет. А Джеки Чан, он просто классный. Он классный. Да, давай! Вот, да, вот. Так а чё, игра классная. Я только не втыкаю, как это вообще там все закончилось. У меня мозг ломался, когда закончилось. Чё, полиция пришла, никого не нашла? Да. Дыры нет, ничего нет. Какой дыры-то? В полу, в подвал. Да, блядь. Там все. Эмили, может, была инженером? Конечно. Архитектором. Строителем. Подозрительным. Подозрительным. Подозреваемым, блин. Она он стрика подозрительно смотрит. Подозрительно. А у него, кстати, бровей нет. Да охренеть просто. Додумались. А нос как у свиньи. А нос как у собаки, а клюв как у орла. Что-то не так делалось. Ладно. В общем, игра шикарная и вообще срачная. Ну, не такая срачная, как... Не, ну сама ты, Эрми, когда сзади подходишь, смотришь, так, что-то пощупать можно. Я так и заметил, что ты, давайте посмотрим на нее 60 секунд, давайте. Ну ладно, 15 осталось, давайте дотронемся. Ну я просто, знаешь, я прелюдию люблю. Я так и понял. Просто, сейчас просто все сидят и за голову держатся, что вообще происходит у них на канале. У нас приличный, между прочим, канал, ни одного мата на канале. А прикинь, если кто-то сейчас только пришел, да, видео уже не одно было. Прикинь, если кто-то сейчас только пришел и начал смотреть на с этого видео, с этой болтовни. С этого момента. Нет, ну чисто конкретно с этой болтовни. Они там вообще. Они, по-моему, не только за голову держатся, они там все остальное прикрывают. Нарифают просто. От шока. Ну, по крайней мере, они сейчас. О, что-то какая-то Эмили. Чё-то... Ой, да про нее уже все знают. Ну так, а вдруг не все? Кто не знает, тот знает. Ну, вот ты говоришь, вот это Сюзанна твоя, или как там ее. Стефани, или кто там она будет? Ну, мне играть-то которую, короче. А, София. Вот, да, я же про нее не знаю ни хрена. Ты говоришь, она популярна, а я про нее ни хрена не знаю. Может, там такие так же... Так ты ни хрена не знаешь, потому что ты не популярна, она-то популярна. Нет. Вы в разных кругах водитесь, чувак. Действительно. Вот. Может, так же и об Эмили некоторые думают. Может, человек впервые может вообще за всю свою жизнь, за 30 лет, компьютер себе купил. Он, может, интернет подключил, не знаю, там, может, компьютер стоит этот, старый. Который телевизорный, ты монитор. Ты понимаешь, этот человек сейчас от нас уйдет, и сейчас его оскорбил, ты бы назвал. Нет, почему? Я не говорил такое. Но ты подразумевал это. Я как-то не подразумевал. Я о том, что ну, у человека не было возможности. А тут, прикинь, такое просто событие. Купил, включил. Да, именно пошел на канал Тимон и Пумба. Ты прям искал, сука, специально. Да, искал. Такой, за 30 лет думал, вынашивал идею, план. Куплю компьютер, блядь, сразу зайду на канал Тимон и Пумба. Да, вот так и думал. Канала еще не было, он же решил. Вот видишь, какие у нас подписчики офигенные. Ну да. А, кстати, по поводу подписчиков. Хира, мы все еще ждем видео. Да, кстати. Если у тебя не получается эти аудиозаписи, так, блин, добавь какую-нибудь другую, какую-нибудь там, я не знаю, такую не совсем популярную там. Я тоже видел этот комментарий, блин. Я сначала думаю, обещал клип, в итоге нарезка. Ну, нарезка офигенная, конечно. Нарезка просто охренительная. Что там нарезка, я уже. А последняя... Я что-то со всего ржу постоянно, но я не забываю. Я просто, если я не ошибаюсь, это было... А, мы обсираемся. Поломка. А, о поломках, да. О поломках просто. Да, точно, да. Я просто дико угорал. Сука, у меня котята эти просто. Погоди, я в шипах-то это где? В какой игре это было? Я в шипах где-то. В шипах, да, это ты курс из 3 тези. Когда это у лесника был подвал, какой-то хрен полез между шипами. Идиот, не надо было задуматься, между шипами лезем просто. Еще игра была тоже, там я такой... Вот кто тебя попросил залезть на мертвый шипа? Кто-то просил, значит. Вот серьезно, ты там правильно сказал, что у тебя рифма.
Не, вот твоему там, имени. Мне что еще добило, я вот все еще не понимаю, что за игра такая, в которой какой-то непонятный корабль, я что-то дверь открыл, выпал оттуда, короче, провалился сквозь воду в текстуру. Так это этот, блин, я-то помню, там еще этот... Что вообще такое? Там игра сломана была, у тебя дверь не открывалась, ты ключ не мог найти, ты помнишь, по ящикам еще по воде ты ходил. Там на тебя этот выпрыгал, там мужик бегал, ты такой, такой, который тоже из курса стрит. Да? Ага. Офигеть. Я который, даже, знаешь, я часто перед тобой взгляд. Я что-то искал, да так потом что-то плюнул. А к названию-то есть у этой игры? А, да, точно. Надо будет. Заходи в эти хор или как там? Да, 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 да. Курсы стрит или какие там? Просто... Или инди-хор? Ну... А хор у нас. Потому что я даже не думал, что я столько игр ломал. Я ломал игру. Ну ты-то ломаешь мелкий, я-то ремембо не сломал. Ты молодец просто. Ну ты, причем нет, ну, третья ты сразу, серия или в какой? Ну, ты-то сразу признал, что у тебя прыжки не получаются. Ну я знал, что, сука, где ничего не произойдет. Это просто подстава. Как прыжки, так все, смерть голимая. Либо лунка. Даже рук нету, блин, это надо так провалиться. Даже руки... Не, ну потом руки нашел, молодец. Ладно, теперь продолжаем. The Walking Dead Survival... Instinct. Survival Instinct. Да, все, вот ты сказал. Survival Instinct. Вот ты комментируй. Survival... Все. Что там вырвал, ворал? Instinct? Ну, что в том, что... Пока мы ждем. В общем, нет, и посмотрите, пока мы ждем. Ну, круто, я пошел уже. Игра мне понравилась, несмотря на то, что там вроде графика плохая, но мы хотя бы поиграли за Дэвила и видели их историю, предысторию. Историю, предысторию. То есть, что ты несешь? Я маргариновая масло. Я, между прочим, от тебя жду Мишон. А я уже сказал то, что в одном из видео вроде, что я Мишон буду проходить, когда полностью все 5 эпизодов выйдет. Во-первых, так дешевле покупать, а во-вторых, так удобнее играть сразу. Там просто могут паком выпустить, и на него скидка может быть. Да нет, не в этом дело, просто удобнее сразу проходить, потому что пока там раз в месяц клепает эпизод, все, уже забудешь, блин. Это да. А поэтому я уже сказал то, что Мишон будет сразу, как все равно. 5 выйдет. То есть, ну, в принципе, вам проще будет дождаться ходячих мертвецов. Нет, уже три эпизода уж вышли. И узнать, кого там убили в последней серии, Лена. кого Ниган положил. Лена. Вот спорный вопрос, между прочим. Спорный. Тут варианты так. Либо убили Дэрила, потому что он удивился, то, что он смог встать. То есть он ведь раненый был. Либо Абрахама. Или, вот видишь, только Лена. Но мне кажется, Абрахам, потому что стрелу-то потратили на девчонку. Ага, вот. А Дэрила-то вообще потратили с первого сезона, его нету. Вот, так, но его любят все. Глена-то как бы тоже потратили в комиксах? Вот. Именно в этот момент? Нет, я имею в виду, что по идее... В общем, Абрахам в любом случае будет фишка такая, что типа, когда будут показывать первую серию... Будет Абрахам. Как будут убивать этот человека, будет фишка потрачена. Нет, просто это по-любому будет Абрахам, я тебе отвечаю, потому что он, зараза, крепкий, а вставал там... Знаешь, кого убили? Раз. Короче, не 4, один только он так понял, потому что все. Нет, там несколько раз напоминал. Да это так уже, когда он там встречался на самом деле. В общем, знаешь, кого убили на самом деле? Либо Гея, либо Юджина. Потому что они второстепенные герои, их будет не жалко. Я тебе отвечаю, вот так и будет стопудово. Ну, большинство убили... людей, ну вот большинство людей в группах, конечно, на Гея ставят, потому что он редко не так часто появлялся. Да, во-первых. Вот просто кого будет не жалко. Вот их убили. Вот и стопудово вот. Сольют того, кто не надо, чтобы, знаешь. Просто вот это вот я в группе даже не то, что некоторые просто. Ты просто вот смотри, Глена убивать. Ну, я не буду смотреть сериал. Минус просмотрщик. Нет, Глена убивать это жестоко, потому что его тогда могли убить еще раньше. А сейчас сейчас у него его ребенок. Его дважды спасали, то есть сначала его спасли, когда куча зомби на него накинулась сверху, а потом, когда он спасал Мэгги. И тут бац, решили убить тут все. Так тупо. И тут, тем более, сейчас у него ребенок появится. Жалко. Эбрахама в комиксе было ведь не жалко. Ну, так это комикс. И там вроде у нее выкидыш, не будет ребенка. Вот что ты мне спойлеришь, а? Так я-то, между прочим, комиксы не читал. Даже тут понятно. Ну, все равно. Что у меня выкинуло? В общем, второе, убивать этого, скажи, Абрахама тупо, потому что он две серии назад должен был быть убит, должен был две серии назад быть убит, а тут бац, не убили и решили через две серии, ну ладно, давайте все-таки добьем. Нет, я просто читал там, суть в чем, почему не показали, там просто сама съемочная группа сказала, мы еще не знаем сами, кого мы убьем. Так может, Нигана убьют? Просто сам себя, что ли? А чё, промахнулся парень? Тихо, сам с собою. Может, он этого убивает, желтоглазого там? Я так и понял. Святой водой обмочил? Обмочил. Раки, да. Так, ладно, мы вообще-то не о сериале сейчас. А если... А то, что убивать какого там Дэрила, ну... Он просто сразу же весь сериал пойдет на нет.
просто. Понимаешь же, если так судить, то проще Рика положить, серьезно. Никто, в принципе, расстраиваться, по-моему, не будет. Скажут, ну, Дэрил есть нормально. Нет, дело в том, что Дэрил убить не убить, потому что его нет. Рика по-любому с этим не убьют, потому что сразу отпадают. Антека говорит, если типа дернешься, я глаз сына скормлю отцу. То бишь их в любом случае может, не убьют. Рик есть захотел дернуться. Может, он любит глаз отпадать. Нет, потому что если дернется, то есть, во-первых, получается, и убивать надо, и глаз кормить. Человека кормить вообще. Ну так нет, так может он и нет, просто хотел. Нет, просто их по-любому не убьют. Так не убьют, просто глаз вырвали этому. Не, вряд ли. Че, он будет с двумя повязками ходить, что ли? Почему с двумя? С одной просто натянут пониже. На нос. Ладно, че, о чем речь? Все, давайте двигаться дальше. Так, да. В общем, игра мне понравилась, только единственное, когда я буду перепроходить, я буду почаще пользоваться арбалетом. А то какой-то у меня Дэрил получился неканоничный. Не Дэрил. Я никого не убивал, ничего не делал, я ходил только всех этих кувалды херачил и все. Что-то не видел, да чтобы... Когда что-то не видел, ну, господи, там как отойдет, знаешь, побольше, ты выйдет в каких-нибудь играх. Там год пройдет хотя бы, да, перепроходить. А то... На 9 мая начнешь. А то этот... не видел, чтобы ни в одной из серий, чтобы Дэрил ходил, кувалды какой-то херачил. Да и топором, какая разница вообще. Мечом еще, ладно. Там прикладом с арбалета еще. А, бейсбола. Вот. Вот, именно поэтому он просто мне, вот этот чувак мне говорил, так, я даже отодвинулся, тихо. А че оправдывайся? Я уже оправдался, между прочим, в предыдущей картинке. Да, Outlast предыдущий был так же демон. Outlast. У меня есть гениальное оправдание. Вот сейчас просто. Вот раз меня назвали лучше Джесуса. Вот Джесус, между прочим, тоже пропадал там на года, по-моему, там на полгода и так далее. А я всего лишь... 3 месяца максимум. А я лучше, поэтому у меня больше. Вот. Я, в смысле, про пропадание, а не о том, что ты подумал. Че ты улыбишься? Не улыбься. Это вот. Твой любимчик. Это не мой любимчик. Твой любимчик? Нет. Это он, что, не узнаешь его? Нет, не узнаю. Это твой муж? Вообще нет. Он тебе 7 не был? Вообще нет. Вот, но будет, в общем. Я вообще все забыл там, что происходит. Я там дико буду сраться опять, потому что я вообще там ничего не помню из блога. Так-то хотя бы играешь там. Вот. Вроде как не так уже страшно. А я сейчас все забыл. Чего тебе забывать-то, господи? Ты сейчас от своего любимчика убегаешь. Я помню, что у меня есть видеокамера. Есть или я ее потерял? Подожди. Ну нет, ты вроде когда терял. Нет, подожди, терял я в какой? Я в первой части вроде терял. А, ну, нормально. Ну а тут ты нашел зато друга. Подруга. Подруга. Я херная тон такой. Не, я... Да, я помню, что у меня эстонец, короче, говорит. Так, меня хотят изнасиловать. Подождите, надо переодеться. Ща, по-моему, мое, примерю. То есть, молодец, у меня герой, классный чувак. В общем, вскоре он будет. Вернется. Возвращение блудного... Эстонца. Нет, почему эстонца? Возвращение блудной жены. Мужа. Ты пошел бы. Ну ладно, и... Игра, которая просто меня офигеть как, не знаю, не то что вдохновила, но офигеть как прила новые силы для того, чтобы играть какие-то новые большие игры такие. И на то, что вообще ты... проходи Dragon Age. Пока что не планирую, но нет, это очень долго играть. Просто заставила играть в какие-то, не заставила, а сподвигнула играть в игры, где, знаете, есть выбор, какие-то варианты. То есть это Life is Strange, потому что вообще сюжет в ней офигителен. Единственное, концовка слита. Вот концовка, да, это я прям... То есть там два варианта, и то есть все твои предыдущие действия как бы... Ну, вот ходят если ты, никуда. Если ты выбираешь одну концовку, там, ну то есть даже если ты как бы делал выборы, то насрать, то есть все равно все будет плохо. Либо же ты те выборы, которые сделал, как бы, они влияют, короче, все выборы, которые сделал, они как-то влияют на момент этого, на момент до последнего выбора. После того, как ты сделаешь последний выбор, вообще насрать, какие ты сделал. Действия. Действия до этого, потому что... Все равно все будет уже не так. А зачем так делать? Ну как бы, просто мне кажется, вот они настолько всем увлеклись, что на последнюю, финальную вот... Фантазии не хватило. Не хватило просто до идеи. Понятно. Ну надо было, ну они могли подзадержать игру, ну что-нибудь придумать. Нет, ну не в этом, ну просто не хватило, в общем. Суть в том, что, ну все равно получилась классная игра, я претензий не имею. Потому что, главное то, что до самого конца держало напряжение, даже после того, как... Главное то, что у них финалка-то не слита, то есть... Получается все равно грустный финал. И так, и так. Ну, хороший. То есть финал все равно хорош, то есть заставляет задуматься.
о том, что думайте над каждым своим действием. То есть игра реально. Круто. Ты, кстати, смотрел ее? Пока нет. Блядь, ты пиздец вообще. Я... У нас ни одного мата на канале. Вот да это... с тобой вот невозможно. Сейчас понимаешь? Это все запищать надо будет. Запищать, запищим. Че? Вот запипикаешь, короче. Мы, знаешь, мы не те, которые, знаете, говорят, ой, мы не материмся, мы такие. Мы нормальные люди, господи, мы чего, зачем обманывать подписчиков? У нас ни одного мата на канале. Это, знаешь, это как вот те, которые, вот по-любому, те, которые, знаешь, не матерятся на видео, там, мы такие молодцы. В жизни, наверное, такие просто, я не знаю, они работают, наверное, это, знаете, это в сфере, создателями мата. В сфере технологий, как материться нужно. Создатели мата. Ну, может быть, я не знаю. Вот. И, в общем, суть в том, что игра офигительна. Да. Идея мне понравилась. И сама суть в том, что потом я, конечно, в самом конце только понял то, что у бабочки синие крылья и у Хлои синие волосы. То есть это как бы... Это связано? Ну, это да, связано. Это ее жизнь есть как бы. Это было вот как бы жизнь Хлои, так грубо говоря, проговорили. Самое интересное, я бы Life is Strange вторую часть поставил, была бы, если бы она... То есть, знаете, уже со стороны... Я даже не знаю, с какой стороны. Со стороны Хлои, если бы она могла изменять время, как бы она себя вела и какие бы ей изменения. Так, а может, делают? Может, делают, может, нет, я не знаю. Но уже времени много прошло с того момента. Сколько уже? 3 года вроде есть. А, больше. Ну, значит, не делают. Может, не делают, да. В общем, да, в принципе, и такие игры не должны иметь продолжение. То есть, и так игра хорошо получилась. Зачем чего-то добавлять? Нам с тобой вообще PS-ку надо. Мы бы там... Ну, хотя, если купить тебе PS-ку, не, ты потеряешься. Не, я почему не покупаю, если... У меня сейчас вариант такой, знаешь, мне дешевле купить PS, сейчас она стоит сколько, 30 тысяч, четвертая, чем новый, извиняюсь, компьютер. И на PS-ке качество будет лучше, и снимать игры можно будет нормально. И к PS-ке, если что, я знаю, как поставить клаву и мышь, возможно это сделать. То есть смогу играть, если что, там. Неудобно, конечно. Так можно. Да, там, неудобно, придется немножко некоторые... Некоторые эмулировать вещи, чтобы как бы... Ну, все равно было бы, на самом и, деле. Но ну, я просто нет, сразу же исчезну. Все равно. Ком все равно ведь нужен. Так это... По работе и так далее. Ну, нет, я про то, что я исчезну. Мне насрать будет, я снимать ничего не буду. Я как сяду, как сразу первым делом куплю этот The Last of Us и все. Так, вот The Last... Почему The Last of Us нельзя кооператом? Серьезно. Вот было бы круто. И че, ты за девку бегал? А че нет-то? Да нахер мне такая девка сдала, серьезно. Ну ты бы за девку бегал, я был бы снайпером. Да нахер мне такая девка сдала. Я был бы великим дедом-снайпером. Тем более там от девки толку до где-то одной четверти игры никакой, потому что ей даже в руки ружье не дается. Че бы ты бегала, пищала рядом, блядь, мешала мне? Не знаю. А ну да, так бы ты и делал. Да пошел ты! Ты, кстати, в Remember Me посмотри, кстати, обязательно, я там тебя нашел. Там один чувак бегает, вот реально похож на тебя, как ты бегаешь. Вообще не похож. Ты не видел просто? Я знаю. Ну ладно, и давайте мы заканчиваем на общей теме, так сказать, потому что и один хороший человек, который проходил для канала, в нее играл, и другой дурак в нее тоже играл, который не проходил для канала, для себя играл. Это просто шикарно. Ты во второй-то играл сезон? Нет, пока не играл. Да нет, просто я же опять потеряюсь. Да ты еще и не нашелся как бы. Я нашелся уже, вот видишь. Здесь уже. Я на 9 мая. На 9 мая приехал, я, как по, я как подарок появился на 9 мая, в День Победы. Опа. Сейчас только дошло до меня, что я в День Победы появился. Ну ты не в День Победы, сейчас 7. Ну, появился-то я не в День Победы, но. Так сейчас 7 выпустится, все равно не 7, не 8, 9 же выйдет. Я вот 8 выпущу. 23:59. Ах ты скотина. А люди-то посмотрят, все равно 9. А вот не смотри, не 9, смотри, 10. А чё сразу ты вот... Да пошел ты, короче. И очень суть в том, что игра, ну, просто вот The Walking Dead, первый сезон, второй, это просто вот не то, что 10 из 10, это Клементина из Ли. Просто вот. 10 Клементин из Ли. Чё это 10 Клементин из Ли? 10 Клементин из 10. Нет, ты понял, что я сказал? Клементина из Ли. То есть, либо он ее родил, либо он ее. Вот давай вот 10 Клементин из 10 просто тогда. В общем, да, это... Я даже не знаю, что тут стоит. Вообще, каждый, кто видел на нашем канале эту игру или не видел на других или каналах... Или не видел, говорит. Не видел, неважно вообще. Или каждый, кто в нее сам играл просто и сам понимает то, что за какой хрен мы засекли время, если тут пишется. Блядь. Сравнивать, сравнивать. Бля. Да и ладно, зато я выключил таймер. Пи...
Ой, ну говори тогда, тебе, я занят. Тебе прежде сидеть, чем купить компьютер, надо купить телефон, короче. А мне телефон не надо, мне надо просто купить этот, блин, корпус грёбаный. Точнее, не корпус, а заднюю крышку. Это просто край. Иди подарок, едь обратно. Как говно копай своё, короче. Так а что ещё в дереве делать? Только говно месить. Сейчас, огороды ведь там, вся фигня. А ты с говном месишься? Нет. Только что сказал. Ну, там, ну, когда же перекапываешь. В общем, игра... Вообще, каждое действие влияет на... Вот тут реально каждый твой выбор, каждое действие влияет на сюжет или... На, ну, тебя слишком людей напрягает. Ты, блин, мелкая девчонка, играешь, тебе говорит, делай тут, делай это там. Нет, так это во втором сезоне ты не играл все равно. Но это вообще круто. То есть, и показаться о том, как... Я бы и третий-то сезон, на самом деле, посмотрел. Продолжение, потому что там как закончилось. Дело все в том, что... о том, как взрослеет Клементина. Помните, какой она была в первых сериях? И какой в первом сезоне еще. В первом сезоне, так я и говорю, в первой серии. И какой она стала в последней серии, как она ко второму сезону изменилась вообще? Вообще терминатором каким-то стала. В общем, поэтому игра просто вообще. Она, короче, может схлестнуться с этой, короче, из сериала. С пенсионеркой, короче, которая. Так может это она есть. Светом не похоже. По паспорту просто. Это вообще. А может это Морган? Фриман. Нет, Морган. Ну, может быть. Да не похож вообще по росту. Хотя, в принципе, они там оба. Что, темнокожий, темнокожий, там этот, скажи. Девочка, мужик, какая разделенность. Ну, в общем, мы про то, что Клементина настолько охренительна, что она, короче, Морган со своими супертехниками и Донателло. И, кстати, он же, блядь, спал какой-то Донателло. Ну, он по технике так чайник. В смысле, он нормально вообще по технике? Кто, Донателло чайник? Не, не Донателло, Морган. Как ты человека чайником сделал? Вот так? И, в общем, и суть в том, что и по характеру, и по этой, по логике, там, по мышлению, то есть, предвидение наперед, там, это вот меня только добило... Кэрол! Вот! Меня, кстати, добило только то, что... Ладно, давай спалимся, потому что мы сделали это слайдами все, да? Нет, подожди, я хочу тебе сказать в плане того, что меня добило. Там нельзя было вот во втором сезоне сделать... К примеру, вот когда ты в будке тебя заперли, да, ты скоммуниздил там одеколон или что там, ты, короче, спирт, чтобы протереть рану, ты не мог взять тряпку и кувырнуть бутылку со спиртом, тряпку, и тряпкой уже себе обработать рану. Нет, блин, мы берем весь пузырек просто, не то чтобы капнуть, мы просто выливаем весь пузырек на рану. Просто зачем? Нахрена ты весь пузырек вылил? Я вообще не помню, о чем ты. Там просто вообще, там обработать рану, когда надо было. Вот это вот меня сколько добивает. Чего, давай к подписчикам зайдем, да? Да, давай зайдем к подписчикам. А ты, кстати, мы похожи вон на Good Hunter, Black Silver, Digital World, Izumi Channel и Victor и Japan. Так, Japan. Ладно, так, 61 подписчик. Да, и давай про подписчикам, как обычно. Блин, 61, даже не 60. Да мы и так уже много просрали, мы и 50-то просрали, блин. В общем, и ничего, погоди. У нас один же там повторяется. Так, давай... снизу с самого, потому что они сейчас перемешаны опять все. Да, да. Твою... Еще! Еще 11, наверное. Да. Так. Ну чего, давай начнем. Начинаю кто? Давай. Два года назад к нам подписался первый человек вообще, просто самый красавчик, наверное. То есть ты начал, ну ладно. Да. Funny Games вообще самый, наверное, самый, да? Но я от него ни одного комментария не видел. Так может он нас не смотрит. Может он не смотрит, может он такой, так, Тимон и Пумба, такой подписался, потом такой зашел. Да мы так, да у тебя сейчас не... видео получится дольше, чем... У нас новогодний выпуск 2 часа, нам нормально. В общем, спасибо. Да. Спасибо. Виктория Веселова год назад подписалась. Ну, мне кажется, она нас смотрит почему-то, вот прям душа чуть смотрит. Поэтому спасибо за то, что ты все еще с нами. Годовых целый у нас. Целый год уже нас терпишь. Годовых у нас много. Да, что нас она целый год терпит. В общем, спасибо за это. Оставайся с нами дальше. Надеемся, не будем разочаровывать. Да. Так, Александр... Кстати, заметь, ее надо поздравить. Виктори – это победа. Победа. А у нее Виктория. Да, вот. Просто вообще. Молодец. Так, Александр... Этот выпуск еще и для тебя. Да. Я могу дальше не комментировать, ты просто о ней будешь разговаривать, да, как бы нам... Все, я застрял, да, мне весело. Победа. День Победы. День Победы. Да, вообще. С порохом пропах. Прекрасно. Так, Александр Лопатин год назад. Молодец.
Кратко, лаконично. Никита Тараев. Только, ребят, так, чё, блядь, я уже говорю. Никита Дараев. Скажешь торговому делу с имфейсом? Все, ты уже сказал. Никита Дараев, в общем, подписался на нас тоже год назад. Спасибо за то, что ты нас смотришь. Я уверен, ты смотришь нас. За то, что комментируешь. Не комментируешь, но начнешь. Кстати, мне надо комментировать, спасибо. Да, спасибо. Спасибо за то, что начнешь комментировать. Да, и надеюсь, наша херня тебе нравится. Да, и торговому отделу, всему торговому отделу. Всему торговому отделу. Вот все, кто ниже был, это весь торговый отдел, походу. Нет, почему торговый отдел? Просто там какой-то торговый отдел подписался. А, просто торговый отдел. Какой-то торговый отдел просто. Пятерочка. В общем, пятерочка, я не знаю, там допустим, у нас подписался торговый отдел, там, не знаю, Dow Jones. Ни хрена себе, это кто такие? Так вот, всем торговым отделам, все, кто снизу и сверху. Хотя это не торговый отдел, ни хрена. Да и ладно. Вот, вы лица свои хотя бы ставили, ну или какую-нибудь картинку, ребят, вы же не синий квадратик. Стоп, ты говорил фейс вообще-то. Ну, фейс, картинку себе, лицо поставьте. Вы же не синий. Делать принципиально нужно? Нет. Но все равно как-то. Может, они не хотят? Может, не хотят. Ну, не знаю, вон. Есть же люди, которые заморочены. Ладно, давай дальше. Ладно, давай. Иван Мамаев. В общем. Год назад. Что-то год назад много чего произошло. Так. Иван Мамаев год назад произошло. Начался. В общем, спасибо за то, что ты подписался на наш канал. Надеюсь, смотришь. Надеюсь, все-таки будешь комментировать. И вообще, ребят, вы там мало, конечно, комментируете. Нас, кстати, да, расстраивает, знаете, не столько, сколько у нас нет подписок, сколько у нас нет комментариев. Да. Мы такие немножечко этот. Нет, это неуместно было, ну ладно. В общем, ну, спасибо, что ты нас смотришь. И спасибо, что ты нас будешь продолжать смотреть и будешь комментировать. Так. Horror Moments — это вообще просто. Кто? Это вообще хоррор, кто? Это вообще кто? Это хоррор, я там момент. Это просто. Ну, я даже знаю, почему он смотрит. Там таких хоррор моментс у нас, что просто вообще. Молодец. В общем, просто спасибо, смотри. И вот. Пугайся. И пугайся, да. Дальше у нас Кристина Васильева. Кристина Васильева единственная, кто, видимо, написал свое настоящее имя и фамилия. Просто молодец. Имя и. А. Или... Нет, там еще он есть. Эйс. Он молодец. А, ну... Он жив. Молодец. В общем, дважды причем. Кристина Васильева, в общем, нас смотрит. Мы любим ее за это, ценим. И... Молодец. Все молодцы. Все портит, все говорит постоянно. Ты все, я вообще буду молчать. Спасибо, что ты нас смотришь. Будешь продолжать смотреть и комментировать уже в конце концов. Ладно, не будем говорить каждому. Каждый следующий, кто попытается на мою реплику, знаете, я хочу вам сказать то, что вы мало комментируете. Вот так. Вот. Давай. Так, дальше у нас зло 18+. Ребят, не минус, нет, не равно, не деление. А, вот, да вот, я не знаю, будь к нам добр, смотри, комментируй. А ты-то не сказал, что скажет твоя Вот, река. Да, вот, короче, каждый вот твой и каждый мой. Знаете, что надо комментировать. Будьте добры и счастливы. Вот. А дальше нас, кстати, самый, не то что, это, ну, короче, один из самых преданных подписчиков, Ариса Кай. И это наш, теперь, можно сказать, официальный этот рисовщик. Потому что я буквально недавно связывался с Арисой Кай, то есть написал лично ей там под видео. У нее там было видео какое-то там понравишься, я не помню, специально написал на ее странице, на канале, в общем, о том, что хочу сделать заказ на новую обложку, вот это вверху-то, знаете, где она нарисовала для нас уже одну фигню, сделал новую с новыми. Это называется обои канал. А, ну да, обои, спасибо, да, я забыл, короче. И вообще суть в том, что я написал ей, попросил то, чтобы она нарисовала теперь с новыми. Это, кстати, она. Я узнал, что это девушка. В общем, это молодец. Наш официальный, как это, знаешь, кто рисует? Как это? Художник? Ну, нет, не художник, кто? Арт-иллюстратор. Оп, так ни хрена себе, что вспомнил-то? Типа он решил показать, ну, да. Тебе не идет. В общем, арт-иллюстратор она наш официальный, молодец. То есть она будет нас делать обои, может, какие-нибудь еще рисунки накидывать. Да. Нам, а мы это будем показ видео выкладывать и непосредственно, не знаю, может, продвигать, может, у нее. У нее, потому что есть даже своя группа, оказывается, где она рисует, и поэтому надо продвигать. Помогать человеку, тем более рисует хорошо, тем более рисует на заказ, тем более она рисует недорого, там для того, чтобы, допустим, нарисовать картину человека, допустим, то есть рисует хорошо, то есть там, ну, недорого, в общем, если что-то. А мы с тобой просто бездарность. А мы с тобой, так а мы с тобой чё? Два дебила, которые сидят на ютубе. Да, давай. Эйс, молодец вообще. Ты, кстати, дважды его будешь. Дважды, да, я его буду говорить. Вот, в общем,
меня расстраивает только то, что он реально пропал. Он тоже не комментирует. Он что-то пропал вообще. Не, ты что, он дважды живой. Эйс, спасибо, что живой. Два, кстати. Не, это Эйс. Да, это... Ну ладно, давай ты сейчас про него долго не будешь говорить, потому что я сейчас скажу про Видоса, а потом ты опять скажешь про него. Да, договорись. Про Видоса. В общем, Видос, Салаведжус, Тиморе, Гвардиан, блядь. Короче, Видос, Салаведжус, давай, потому что время сэкономим. Сейчас нам возвращаться надо будет обратно листать. Ладно, да. Видос, Салаведжус, Тиморе, Гвардиан оф Гвард. Пусть так, да. Да, он хорошо прозвучал, да, нормально, мне тоже понравилось. В общем. У него лицо из ног с Тимор, кстати. Да, так Тимора и написано. А, ну да, точно. Чё-то я... В общем, спасибо, что нас смотришь, и спасибо, что ты напомнил нам о офигительной игре. Да, наверное, его любимая игра просто. Я не знаю. Если ты... Или целый канал бы. Все, короче, я вспомнил, что там манекены. Ой! Я, да, спасибо. Так, давай. Спасибо, что нас смотришь. Надеюсь, тебе нравится не только то, что у нас есть Тиморы на канале. Да, но и Нокс. Ну и Нокс. Так, Эйс! Здорово. Давно не виделись. Давно не виделись. Возвращаемся к тебе, короче. Я не сказал, что ты год назад подписался. Ты подписался год назад дважды. Дважды. Два года назад. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Молодец просто, да. В общем, Эйс, живи. Эйс, живи, Эйс, комментируй. Спасибо, что живой. Эйс, спасибо, что живой. И возвращайся, комментируй. Да, вообще. У тебя классная шляпа. Упала шляпа. Упала на пол. Ладно. Да, Игнат, да. Игнатович, Игнатьев. Игнатов. Игнатов, да. Да. Это нет. Игнатьевич? Нет. Игнатьев. Игнатьев. Игнат, Игнатович, Игнатьев. Молодец. Просто спасибо за то, что у тебя, скажи, так, если это реально твое имя и фамилия, это круто вообще. Правда? Вообще шикарно, кстати. Это имя очень. Нет, красиво получается. Нет, нормально получается, да. Надеюсь, фамилия там не какой-нибудь. Абдухатеп, это Махеев, он говорит, так точно. Это Игнат Абдухатеп. Ебать, тут вообще не рифма, вообще не в попад. И очень, потому что спасибо, что... Я не в обиду это говорю серьезно, не хотел. Просто то, что... Спасибо, что нас смотришь, и очень охота видеть... Комментарий вас всех. Да, комментарий вас всех, да, я весь забываю. Просто и прикинь, вот все 61 человек под одним видео откомментируют. Да, наплевать, начнут комментировать, мы начнем тогда общаться, у нас будут диалоги. А то мы, знаешь, семья, которая не разговаривает друг с другом, это что за семья такая? Каждая вторая семья России. Первая, основная. Никита Ганичев. Второй, кто написал свое настоящее имя. Второй, кто написал свое настоящее имя, молодец, занимаешь, конечно, только второе место. Зато с Кристиной Васильевной может он там... Потягаться. Веселого. Какая Кристина? Там вообще Виктория Кристина. Была. Виктория победа. Вообще. Вон там следующая победа еще одна. Ну это к тебе уже. А что тебе с победой-то вообще все? Офигел. В общем, вообще все спасибо. И вообще просто... Я про комментарии молчать буду, потому что бесполезно говорить. То, что я уже сказал тогда. Вот. В общем, Вика Рабинова. Год назад, кстати. Год, да. Да тут много, кто еще год назад. Вика Рабинова, спасибо, что приписала, смотришь нас, надеюсь, тебе нравится. Единственное, вот от таких милых, миленьких там дамочек, ты, я уверен, вот прям сочетаешь их двух, там, надеюсь, все дамы. Там две. Надеюсь, там дамы, просто вдруг два парня, я хочу сказать, что, надеюсь, ты выглядишь вот настолько же симпатично, как они обе, и это будет неловко, если там два парня. Там две девушки. Ну, надеюсь, что две девушки, да. По крайней мере, поэтому справа точно. За то, что просто у тебя офигительная аватарка, и за то, что сама ты офигительно стопудово, спасибо тебе и комментарии тебе. Да-да-да. Я, да. Сергей. Слушай, это не брат Игнат Игнатович. Просто они сводные. Они... Яйца. Братья. Они, нет, они не сводные, они этот... Разводные. Разводные. Вот, то есть тоже молодец. Кстати, тоже если имя такое, фамилия. Только там имя и отчество, а здесь имя и фамилия. А там дальше будет фамилия и отчество еще у кого-нибудь по-любому. А потом будет просто отчество. Просто отчество, потом просто имя, потом просто фамилия. Вот, ты вот. Сергею, ты что-нибудь скажи. Да. А ты про Игната Игнатова моего говоришь, Евича. Забудь уже об этом. Я и так забыл. Так, вот, в общем, тоже спасибо, что смотришь, молодец. В общем, про комментарии молчу. В общем, поехали дальше. Румен. Ну, просто здесь просто... Имя. Респект за то, что Ру и за то, что Мэн. Я сейчас, короче, все вумен от нас отписались автоматически, и все, кто не ру, по-моему. Нет, вообще, большое спасибо за то, остались только мэны. Подписался. Ты, кстати, третьим, кто подписался за год назад.
Точнее, ну, короче, там три человека, два человека. Все, я все сказал. Я язык сломал, короче, в двух местах сразу же. В общем, поеду лечить. Больницу. Нужны деньги. Заплатите, пожалуйста. Да, на проезд мне автобус не хватает. В общем, спасибо, что смотришь нас. И надеюсь, мы увидим тебя где-то внизу под видео. Так, я выпился. Молодец. Веселый апельсин. А мне хера достанется, вот так тебе. Так, в общем, вообще, ты тоже молодец, но... Блядь, что-то как ты в кость, ты ударил прям... короче, ты... Денег ему надо, короче. Нерв ударил, сука, деньги нужны, блядь. Нерва. Язык сломан, легкие болят. Не трогаем ничего. Ну, веселый апельсин, давай. Вот. Он, кстати, тоже пропал. Да, я человек говорил, что он что-то вообще пропал. У нас что-то с канала, люди пропадают стали. Как бермудский Тимон и Пумбольник какой-то. Так нет, почему у нас? Нал еще. Настрой. Так, трое, да. Вот, в общем, что, тоже ждем? Ты что-то доброрадостно. Мне просто, я думал, ты сейчас скажешь, добровольно ушел. Нет, блядь, насильно заставляем. Вот. Добродушный, веселый. Тот еще фрукт у нас был на канале. Добродушный какое-то такое слово по тебе. Добрый, ну, и душевный. Вот. Вот так лучше. Поэтому веселый апельсинчик, возвращайся, серьезно. Да, да. Нам не хватает витаминов и веселья. Да. В общем, а теперь... Да, съешь, да, выкуси. Хирона кому... Я пролистал. Как ты мог? Как ты мог? В общем, Хиро Накамура, ну это вообще самый наш, наверное, преданный подписчик, который для нас клепает такие видео, что просто реально вот сидишь и думаешь, я вот такое, блядь, снимаю. Вот серьезно. И это смотрит еще кто-то, вот серьезно. Это кому-то интересно. Нет, там интересно, смешно, просто некоторые фразы, которые там выдают, думаю, блядь, пиздец, как это могло в голову прийти человеку нормальному. Просто. Поэтому слава богу, что я не нормальный. Это... приходит. И в общем, Хиро Накамура, мы ждем от тебя. Да, кстати, я не знаю, вот... Никто, самое интересное, не отшутился. Я тут листал эти видео-то у нас, короче, наткнулся на Outlast, запустил Outlast, где там, знаешь, охрана-то была, серия с охраной. Там просто, я не знаю, как никто не шутканул, я-то не заметил, понятно, там, короче, охрана разговаривает о том, что говорит, мне, говорит, уже какую-то ночь, говорит, снится о том, как маленький ребенок идет крокодила. Че, никто не отшутился? Серьезно? Да, там что-то такое было. Маленький ребенок трахает крокодил или крокодил трахает маленького ребенка. Что-то такое, короче, было. Я не знаю, как никто не отшутился по комментариям. Но просто... Я такого не помню. Я тоже не помню. Я что-то пересматривал. Там на первых минутах где-то, когда я охрану обошел. Я вообще прифигел. Нет, ты что-то думаешь. Вообще, Хиро Накамура. Я продолжай в том же духе. Серьезно говорю. Я тебе покажу потом. Мы будем продолжать в том же духе вместе с тобой. Вот, да. А мне попалось сложное имя. Опять? Ты, кстати, каждый раз его говоришь. А, блядь, там дальше хуже. А, нет, Дамир давай. Каразым, я надеюсь, я правильно сказал, просто, вот. В общем, 9 месяцев назад, 9 месяцев, понимаешь? Прям рождение? Нет, я не об этом, я о том, что там были годовалые. Там... Да все, да, я понял, вот. Не листай. Вот, первый, по-моему, кто за 9 месяцев, первый из 9-месяцовых. Я не знаю, короче, забудь, просто молодец, красавчик. Ладно. Элизабет Анемона Деспаде. Мне просто офигенно нравится, как твое, во-первых, новая атака это, да. А во-вторых, мне офигеть нравится твое имя, потому, ну, в смысле, вот это все. Потому что звучит это охренеть как круто. Деспада. Поэтому охренительно, как, поэтому настолько охренительно крутые люди должны быть на нашем канале и должны нас смотреть. Поэтому оставайся с нами, а мы будем оставаться сами. God Hunter. Ну, просто тоже. Тоже комментарий пишет. Тоже. Молодец, молодец. Очень молодец. Что могу сказать? Вот Хантер, кстати, по Дискону ребята серия писался, буквально недавно. Да? Круто. В общем, что могу сказать? Если меня не подводит мой английский, то это переводится как хороший охотник. Поэтому я ничего не могу пожелать, кроме как удачной охоты. Только не на нас. Ну, ты... Вот. Чё, дальше? Твоё? Лёха-Лёха. Или Леха-Леха. И, в общем, что я могу сказать? У тебя очень удобный никнейм, запоминающийся. Даже запоминающий. Мне интересна фамилия. Это скажи. Это имя-имя, я же говорил. Я же говорил, кто-то появится имя-имя. Наконец-то мы до этого дошли. Первый. В общем, спасибо за то, что ты с нами. У меня есть один знакомый друг Леха, как раз таки. Будет Леха-Леха-Леха. Мы как раз с ними сегодня после записи увидимся. И, в общем, он классный парень. Я уверен, что каждый Леха офигительно какой классный.
Только вот единственная разница в том, что тот Лёха очень любит много, скажем так, пиздеть. А вот ты что-то он мало. Не говорит. А ты мало комментируешь. Поэтому давай. Будь Лёхой с нами нет, до конца. Нет, просто тот много пиздит, этот мало комментирует. Нормально. Нормально всё, да. Все взаимолёхно. Связано. Виктория Геймс. Очередная Виктория. Третья победа на нашем канале. Третья. Там Виктория была, потом Вика. Еще одна Виктория. Там Лешка Вайна уже вывозила. Вот. Вот, короче. Надеюсь, я ее буду комментировать. Давай поменяемся, если что. Ты же не любишь Нежского Вайна. Ну ладно, комментируй. Вот. Че. Первая за 8 месяцев, по-моему, кстати. Да капец. Ну это прям достижение, понимаешь? Люди растут. Достижение это у Эйса. Подписаться один раз год назад, еще раз один год назад, два года назад. Это просто, конечно, забожил человек. Вот. Ну да ладно, в общем, тоже молодец. Тоже ждем. Касс. Касс и бургер. Чего ты взял? Прическа и крылья. В общем, молодец. Это Кассбургер. Это Кассбургер. Виктория Геймс Кассбургер. Нифига себе, это просто. Спасибо. Виктория Геймс, кстати, если у тебя есть какие-нибудь видео, надо будет писаться. Да. В ответ. Так. Ну и ладно. Котёк. Ну, тут Кейт-Ок. Кейт-Ок, но Котёк тоже прикольно звучит. В общем, мяу. Бляха, я сказал. Я же знала. Надеюсь, она сейчас не поняла, что я сказал. Я просто перед ней никогда не специально говорю. Блин, ну ладно. В общем, Кейт От или Котёк, спасибо тебе за то, что ты заставила меня это сказать. И Нала это, скорее всего, слышала. Сейчас начнет меня по этому поводу. Да как, все дела. Говорит, 7 месяцев назад. Сказал, да. Хорошо, что я 7 месяцев назад так не прочитал. Ну, в общем, Котёк. Молодец. Ты должна остаться с нами, и тогда и у тебя, и у нас все будет ок. Да. Давай дальше. Влад Баклушин. Выпей Баклушин. Вот да. Ты сейчас с языка просто снял. Я вот. Он... Блять, давай надену обратно. Вот именно. Не надо бить Баклушин у нас на канале, надо комментировать, чувак. Ну, кстати, 6 месяцев назад 6 человек подписалось. 666. Да мы опасные ребята. Вот, в общем. Мы мертвые ребята, они опасные. Мы мертвые опасные. Бля, видео. Длина. Да ладно, у нас Новый год. В общем, спасибо и. Вот. Молодец. Комментируй. 6 месяцев назад надо было начинать, конечно. Записывать уже, кого мы уже комментировали, потому что иначе, знаешь, новые подписчики, которые будут появляться, когда там, допустим, вдруг у нас подписчика будет появляться по одному. Ну вот, давай потом, когда запишем вот этот выпуск, потом просто перепишем завтра. Вот. В общем, давай. Молодец, красавчик. Брейк Зарктис. Я уверен, что ты охренительно танцуешь брейк и верхний, yes. И нижний. А я сам когда-то увлекался раньше танцами. Ну, в смысле, увлекался сейчас так потанцовываю, но я когда-то даже танцевальную школу ходил. Даже у меня было несколько выступлений на большой сцене. И, в общем, ну, в смысле, большой сцене. Та-та-та-та-та-та-та. И, в общем, суть в том, что такие люди точно с нами. Вообще всегда. Мы будем править танцполом. Да. Поехали дальше. Спасибо, что ты с нами. Вика Королева. Четвертая победа нашего канала. Вот. Так сказала бы Нала. Чё ты тут глаза опять закатываешь? Завязывай. В общем, последний человек... Нет, не последний человек, который подписался 6 месяцев назад. Далеко не последний, слушай. Она была с нами 6 месяцев назад. Я не буду дальше петь, между прочим. Это стрёмно. Вот, в общем, у вас клан Викторий. Вообще, вы молодцы. Вы вчетвером одновременно комментируете. Под каждым видео... Четвером. Ну, по комментариям начал говорить. Да. Дальше давай. Давай. Так, Game Channel Richard Safe Cypher. Я охренел, пока выговорил это слово, блин, капец. Какое? Cypher? Все. Мне было бы проще сказать, потому что я знаю, откуда это. Причем не Channel, а Channel. И чё? А, да, точно, точно. Спасибо, что ты с нами. Надеюсь... Подправишь имя. На нашем канале ничуть не хуже, чем на твоем. И, кстати, если у тебя есть видео, мы обязательно в ответ подпишемся. Надо так. Так, ладно. Далее. С нами Москва. Не Владимир, конечно. Но все-таки. Колян. Прям даже не Николай, не Коля. Колян. Молодец. Тащишь. Я не знаю, как просто с ним разговаривать. Колян, понимаешь? В общем, просто молодец. Я... Чё ты опять глаза закатываешь? Завязывай закатывать глаза. В общем...
Все, переходим к следующему. Эдуарда Джилл. Я не знаю, это мужик или девушка. Джилл вроде женское имя. Джилл. Эдуарда мужское. В общем... А это два человека. Испанцы. Я люблю испанцев, серьезно. Ну, я надеюсь, это испанцы. Эдуарда Джилл просто как-то звучит по-испански. Ну, Эдуарда, да, а Джилл... В общем, Эдуарда Джилл. Я люблю испанцев, потому что моя любимая футбольная команда – это сборная Испании. Там у меня мой любимчик Ферран Торрес. Сейчас Нава начнет закатывать глаза. О, Господи, опять началось. В общем, спасибо, что ты с нами. Напомнил мне о былых славе, о былой славе когда-то. Намного какой сильной Испании. Оставайся с нами, и мы будем не хуже той же Испании, которая была последние 8 лет. Даня, он же Айзек Кларк. Даня Кларк. Даня Кларк. Это как Дана Кларк, только Даня Кларк. Просто давай, дерзай тоже. Давай, Даня, давай, давай, давай. Давай. Комментируй, давай, давай, давай. В общем, красавчик, наверное. Шлем пойдет просто. Ну это же Айзек Кларк, он молодец. Все. Дальше. Симка Channel. Спасибо, что ты нас смотришь. Подписано. И у нее, кстати, очень много подписчиков. Видимо, у нее есть видео. Что-то хорошее. А, так Симка Channel, да. Надо так, значит, ответ подписаться. А ты не можешь сразу вот смотреть? Нет, не буду я сразу. Нет, потом мы это делать будем смотреть. А вот мы сейчас подпишемся, а там ничего нет. Чувак, 320 подписчиков. Я не думаю, что они просто сидят и смотрят на пустой канал. Не знаю, вдруг им нравится смотреть. Что, дурак, что ли? Может, они думают, что там Симка ничего не такое. Заходит за Симка, это... В общем, спасибо, что нас смотришь. Да, кстати, оставайся с нами, потому что симки наше время важны, симки наше время нужны. Mm-hmm. Ну, молодец. Нифига, молодец. Выкрутился. Да, в общем, спасибо, что с нами. Побольше комментариев. И да и все. Раз подписка есть, так не побольше подписок. Мангл. Мангл. Это чисто... просто ты не мог это комментировать. Потому что FNAF это чисто мое. Ну, почти. Да. Нет. Все, короче, что ты опять глаза закатываешь? Завязывай закатывать глаза, у тебя плохо получается. В общем, молодец, приводи всю банду. Подписывайтесь вместе. Комментируйте тоже. Да, да, на него. Приходите к нему домой. Не, домой не надо. Дверям подходите. Вот это к тебе, это все, это твое. Это просто. Ну и Няша Кавайная, да, это просто. Я спасибо, что ты досталась мне. Обожаю Няш, обожаю Кавайность, обожаю аниме. Поэтому спасибо, что ты нас смотришь, спасибо, что ты комментируешь, спасибо, что тебе реально нравится видео, потому что я видел, что ты комментируешь, тебе нравится. И побольше называй его. Не надо. Тимона Няшей. Нет, не надо, не надо, я не люблю это. Я это не люблю. Он на самом деле любит. Вы не знали, как он, знаете, как Чоппер из One Piece. Да, не, не, перестаньте, не нравится мне. Да пошел ты, это не так. Поэтому спасибо, что ты с нами, ты прям вносишь нам Кавайность на наш канал. Ну и у меня уже нежность. Просто глаза, короче, уже в глазах сидит, поэтому Этернити или Этермити? Мне просто уже двоится. Этернити, по-моему, то есть... Че ты глаза двойнишь? Перестань уже, у тебя это не у меня не получается. Глаза двойник. Чисти двойник. Знаешь песню? Вот. Черт. Ты сейчас меня обломал, понимаешь? В общем, тоже давай, дерзай, красавчик. Все, я пошел, короче, сломался, да. Иван, ты просто, знаешь, ты просто царь. А, нет, прости, король. Дом. В общем, оставайся с нами, потому что, знаете, когда у вас есть в друзьях, на всякий случай... какой-нибудь король? Король, тем более Иван, а вдруг еще, на всякий случай, грозный. Поэтому, знаешь, лучше таких людей иметь в друзьях, их подписчиках, чтобы они смотрели и потом вдруг как-нибудь подсветили. Да если что-то не нравится, били палкой по голове. Ну, или просто кого-нибудь так, на всякий случай. Не пали контору. Ладно, ладно. Давай поменяемся на один раз. ХР номер новый бэк. Такое имя можно придумать. Это просто, ладно. Тебе еще удачно. Что, нет пути назад. А ты сразу так сказать не мог? No, нет, way, путь, back, назад. Ну да. Что, тупой что ли? Да, у меня английский офигенный просто, понимаешь? Вот, тоже молодец. Я, правда, не очень понял, что на аватарке, ну ладно. Там просто что-то черно-белое, поэтому... Там девушка целуется с мужиком. Молодец. Русика. Молодец. Или мужик с мужиком? Не молодец девушка, вообще. Девушка. Я не думаю, что... Ну, в общем, нет пути назад. Нет пути назад. То, как нам. Да, да. Только вперед, то, как нам. И нам теперь тоже нет пути назад, придется дальше. Давай, погнали. Титов Николай. Третий человек, который написал свое настоящее. Какой третий? Ну, уже не знаю, десятый. Хрен с ним, я просто... Но... У меня третий. Там, это тоже король. А, так, а
может там... Ну, да. Не, погоди, нет, не король, там... Ладно, Титов Николай, спасибо, что вообще... Титовы офигительные люди, у меня много знакомых титовов, которые... Не у тебя одного, у меня тоже. Титовы офигительные люди, поэтому я про тебя точно ничего не могу плохого сказать, потому что Титов, вот не знаю ни одного человека, реально вот, который Титов был плохим человеком, поэтому хороших людей у нас должно быть много, особенно Титовы, поэтому оставайся с нами, а мы будем оставаться с нами. Нет, не знаю, ну как мне, вообще все поняли. В общем, да. Все, выше не понимается. Я просто сейчас вообще, у меня мозг поплыл от такого имени Лалка Лалковна. Это так, тихо, подними, не мешать. Просто я даже не знаю, как это откомментировать, потому что ну, просто молодец, я не знаю, это просто лол. К нам подписалась Лалка Лалковна, лол. Только так. Поехали дальше. Ладно, Андрей Бураков, Андрей Бураков, Бураковский. Спасибо, что нас смотришь, спасибо, что еще подготавливаешься к комментариям, потому что я уверен, что у тебя уже столько охота настрочить, но ты все подготавливаешься, и наконец-то из тебя это выйдет, так сказать, извергнется из недр твоих. Да погоди, что ты жестко? Ты вообще понимаешь, как это звучит, понимаешь? Нормально. Из тебя это выйдет просто, ты молодец просто. Андрей Бураков, спасибо, что ты с нами. Мы хотим, чтобы ты был еще больше с нами. Давай дальше. К силе. Я сломался. Кому-то сели, короче, да. Молодец. Всё. Я не просто... Да, пиздец. Такая, пиздец, молодец. Это уже я. Сделайте имена, ребят, попроще, серьезно. Мне тяжело бывает читать вот. В общем, на этом все. Подписывайся, ставь лайк, и в следующих обзорах. Пока. Пока. Че, дурак, там еще имена есть другие. Я с тобой попрощался, между прочим. Че ты прикопался? Кэти Шайн. Шайн это у нас... Блин, это не улыбка, это свет, это что-то, я забыл. Что-то радостное, короче, что-то хорошее. В общем, Кэти, добра. Нет, шайн это светлость, радость, что-то светлое. Светлость, радость, я говорю. Шайн это светлый, короче, она светлая. Не позорься со своим английским, да, серьезно. Нет, я-то нормально, я что-то подзабыл, вот суд забыл, что-то шайн, просто вообще. В общем, благодаря тебе, пусть это будет светлый, то есть она светлый, жизнерадостный человек, поэтому благодаря тебе за то, что ты такая шайн, вся такая, у нас будет светло и процветательно. Процветабельно. Процветительно. Это как астериск, имск. Имск. А как процветабельно? Процветное. Процветающее. Это так тупо. Ну все, и договори дальше тогда раз. Вот, да, так, погоди. Чтоб тебе какой-нибудь Константин Шуленин достался. Константин, твою мать, как только дал. Константин Шуленин, ты просто... Месячный человек. Я думал, Ленин ты скажешь. Че Ленин? Константин Шуленин, ты просто Ленин. Ну да. Просто, ну ты опять с языка снял, одень обратно. Так высунь язык. Так что ты мне рукой в рот лезешь? Так я обратно. Не надо обратно, все, хватит. Он просто классный парень, наверное. Ну, раз подписался, значит классный парень. Да, в любом случае. По-любому. Ну и что ж, обобщаю. Обобщаешь. Обобщаю. Digital World. Дважды. Дважды как подписался эйс. На наш канал. Как эйс. Но единственное, он, получается, подписался 6 недель назад. Проиграет. Ну. Так погоди, я не. Поэтому за то, что ты дважды на нас подписался. Дважды красавчик. То есть настолько мы тебе нравимся, ты просто дважды молодец и дважды охренительный акуноматантный. Акуноматантный. Ну, акуноматантный парень, в общем. Да. Поэтому, как я называю? Как я? Я как-то придумал нашу подписчику. Ну, в общем, вот ты. Жучки получили. Нет, там другое какое-то. Ну ладно. Ты новое придумал? Да, что-то новое, да, я не помню. В общем. В общем. Кчау! Дальше давай. Так, в общем, как я понимаю, все цитрусы идут к нам. Потому что. Кстати, слава богу, значит, нам скоро прописывается грейпфрут и лайм. Что там еще есть? Манго. Манго это не фрукт. Манги это не фрукт. В общем, целый канал. Растем. Понимаешь, не один лимон подписался, там просто ящик. Может, это торговый отдел вместе? Торговый отдел лимонов. Просто молодец, я не знаю. Не ешь угорел, да? Да. Да, я понял, почему апельсинчик пропал. Они там с лимоном вместе зависают. У них там... Цитрусовая плантация. Да. Цитрусят. Ну и ладно, и последний, кто на нас подписался 2 недели назад. Зачем ты это сделал? Соня Хернандес.
это мне опять напоминает о том, что Испания. Все-таки испанцев у нас очень много. И испанцы нас любят. Я надеюсь, она вообще понимает, кстати. Вот именно, нам надо сейчас, короче, в Google заходить. Все вот это вот писать, то, что ты сейчас сказал, и читать по-испански. Давай, заходи, что ты сидишь? Чё, я сижу. Я тебе говорю, заходи в Google. В общем, Соня Фернандо, спасибо, что ты нас смотришь. Если все-таки ты нас понимаешь, я надеюсь, ты нас понимаешь, передавай испанцам всем привет и пусть они подпишутся. Вся Испания пусть подпишется. Хуану Гонсалесу привет. Он же тоже испанец или итальянец? Все, короче, я на этом заканчиваю. Я тоже. Я на этом прощаюсь. Давайте мы... Вернемся на главную страницу. Да, на главную страницу, как бы ты здесь. Наверное, это делать просто так. А ты стрелочка, не судьба была нажать. В общем, что могу сказать? Вскоре, значит, продолжение старых игр. И возобновление новых. Как это возобновление новых? Приход новых. Приход на видно. Вот нахрена нам вот это все делать? Преимущество подсказок. Вот зачем ты закрыл сейчас? В общем, ладно. Всем спасибо. Что происходит? Я подожди, не трогай, не ломай. В общем, всем спасибо, что нас смотрите, что вы нас комментируете. Ждем от Хиро видео. Да. Просто мне уже просто реально интересно, как там, что. В общем, давай обобщи, а то я сейчас начну разводить. Нет, нет, спасибо всем, кто нас смотрит, спасибо всем, кто нас продолжает смотреть, комментировать, ставить лайки. Спасибо, что остаетесь с нами, и если вы все-таки оставляете на нас, скажите, если вы делитесь нашим видео у себя там на страницах или на каналах, или, короче, что-то. Ну, просто на страницах. Вы приглашаете, да, новых людей как-то, знаете, за это вам еще больше спасибо. Поэтому... вам спасибо. Большущий жирный лайк. Да, да, да. Большое спасибо больше вам, чем нам за то, что мы делаем. Да. От вас пользы, по-моему, больше, чем от нас. В общем. Серьезно, в общем. Ну и как появилось у нас? Я забыл как. А, да, да. И как появилось у нас на канале Болтовильне прощаться. Ты сейчас говоришь? Подписываемся. Точно ты? Не знаю, но я уже сказал. Давай я это подписываю. Давай тогда я подпишусь. Давай, заново. Как появилось у нас на канале в конце Болтовильне? А, нет, да, ты говоришь, как повелось, потом я, потом ты. У нас так и будет. Нет, подписывайся. Я говорю, видишь. Давай. Как повелось у нас? Давай тогда ты начнешь, как повелось. Давай. Как повелось у нас на канале? Болтовильне. В Болтовильне. В конце видео. В конце сейчас. Видео. Да ты пиндец, давай заново. Я не помню слов. И как повелось... Ну давай. Так чё? И как повелось у нас на канале в Болтовильне в конце каждого видео? Сойдёт? Прощаться. Прощаться. Заново давай. Заново давай. Давай ты, у тебя лучше получается. Подписываемся. Ставим лайк. Увидимся в следующем. А что там было? Рассказ, обзор, что? Че, ты ботаешь, ты и там мотнул, так? Увидимся в следующих обзорах. А, обзор или видео. Давай видео. Потому что это был видео обзор. Да. Ну, давай, давай заново. Заново, да. Давай ты тогда с самого начала. Сейчас у нас все получится. Сейчас подписываемся. Мы как прям... Да, я, в смысле, ты должен фразу начать. Я подписан. Ой, сейчас выключили уже все. Да. Ладно, и как появилось у нас на канале в Болтовильне в конце видео? Прощаемся. Все прощаться. 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 Да ну нахуй. Серьезно? Да ну нахуй, и выключить просто запись. Сука, выключить. Подписываемся. Ставим лайк. Увидимся в следующих видео. Пока. Рукой не махнул. Ты. Да убери, блядь, руку, я все делаю.